Великий Всероссийского спортивно-физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». Ежегодно в тестировании по выполнению испытаний ПТО принимают участие обучающиеся в общеобразовательных учреждениях города Твери и все желающие от 6 лет и старше. Тот, кто готов проверить свои возможности и силы и выполнить нормативы на золотой, серебряный и бронзовый знаки отличия. Мы гордимся именами чемпионов, призеров и участников Олимпийских игр, прославивших Твери. Матвеевич Михайлов, советский крепковежец, тренер, олимпийский чемпион 1956 года. В беге на 1500 метров. Заслуженный мастер спорта СССР. Виктор Арсеньевич Капитонов, советский велогонщик. Первый советский олимпийский чемпион по велоспорту.